Всем, кто меня видит, всем, кто меня слышит, всем, кто меня знает, здравия желаю. Сегодня я взяла вас с собой на работу. Хочу вам показать, чем я тут занимаюсь. В первую очередь, смотрю, чтобы кунды не пришли, а я тут по-русски болтаю. Я приготовила цветы для того, чтобы сделать из них декорацию для траурного случая, для похорон. Вот здесь стоят еще цветы такие, разноцветные розы всех цветов радуги. И я занималась сегодня посадкой. Что я делала? Я брала горшки, садила в них, вот в этом сидит скабиоза, декорировала их птичками. Вот здесь прекрасная роза с бабочкой. В таком ведерке металлическом. Что вам еще показать? Вот такой деревянный, ну, шали сказать, не шали, не знаю. В общем, ящик. Здесь посажены суккуленты, задекорированы они. Это не мох, это лишайник. Вот, и корой березы. Кроме этого, вот здесь посажены тоже суккуленты. Это левизия. Вот это белая левизия с бабочками. Вот это левизия в ведерке. В таком. Так, чтобы вам. С птичкой. Это левизия. Это растение для улицы. Оно зимует у нас в нашей местности. На улице не вымерзает. Вот такой деревянный ящичек под цвет. Подобрала левизию, посадила. Вот здесь левизия пинк или такая ярко-розовая. Вот нашла крашеные корешочки, посадила бабочку на нее. Вот так украсила вот эту левизию. Эти горшочки покупают у нас клиенты наши, когда кому-то надо быстренько небольшой подарок. И это не должен быть букет из свежесрезанных цветов. Вот такие вот. Где-то в бюро, на столе. Они тоже хороши. Я прошу прощения за то, что мне приходится прерываться. Вот. Ну, приходят кунды или покупатели, и мне нужно выходить к ним. Вот эту розу я держала в руках, когда начала снимать. Я хочу... На. Это моя любимая роза. Это белая роза. И она очень крупная, очень красивая. Она такая одна была. Ну, из 50 штук. Что я хочу показать на этой розе? Когда вы покупаете розы, так, вас надо зафиксировать, чтобы вы у меня не телепались. Когда вы покупаете розы, всегда проверьте. Смотрите, какая она плотная. Она не подается. Значит, она будет распускаться и станет еще больше, еще красивее. А сейчас я вам покажу розу, которую покупать не нужно. Ну вот, я нашла еще одну прекрасную розу. Видите, какая красивая. Нежная, замечательная. А теперь смотрите. Роза должна быть на ощупь, как куриное яйцо. Внутри жесткая, твердая. Если роза подается под пальцами, то эта роза долго в воде не простоит. Так что вот такой вам совет от флориста. Как выбирать цветы, когда вы их покупаете. Хотя, казалось бы, эта роза еще не распустилась. Она еще красивая и все. Но по ней уже видно, если внимательно присмотреться, видно, что она... Где у меня тут камера? Что она уже... Что у нее кожа дряблая, как у 65-летних флористов. Что она уже... потеряла всю свою свежесть.
Но еще выглядит хорошо. Вот такой совет от флориста вам, мои хорошие. Ну, мы продолжаем. Остаемся со мной. Ну, вот как-то так. На работе это на работе. На работе я работаю. Поэтому снимать видео на работе это невыгодно. Нет времени, нет покоя. Ну и на этой прекрасной цветочной ноте я с вами прощаюсь. Но вы не выключайте сразу, я вам покажу, чем мы в настоящее время торгуем. Всем пока-пока. Берите маску с собой. И до новых волнующих встреч. А сейчас наш ассортимент. Пожалуйста. Продаю. Сейчас у нас в Ангеботе вот такие прекрасные подвесные горшки. Кроме этого еще, посмотрите, вот здесь стоит. Это огонек по-русски называется, по-немецки называется Fleissiges Lieschen. Ботаническое название Impatiens Valeriana. Есть еще подвесные горшки поменьше, есть побольше. Вот этот цветочек называется Mittagsblume. Как он называется по-русски? Не знаю. Вот такая прекрасная гортензия. Вот тут идет французская гортензия. Очень хорошая, красивая. У нее цветы такие неоднородные, не однотонные. И такие они как будто из кожи сделанные. Вот. Посмотрите, какая петуния. Шикарнейшая петуния. Переходим к следующему подвесному. По-немецки он называется Hengi Basket. Ну, по-русски посмотрите, какая там фуксия, девчонки, ее не видно. Вот она, красавица, фуксия. И вот такая петуния. Здесь тоже петуния. А вот это вот, это глоксиния плетущаяся. Я купила себе одну, так что вы ее увидите. Вот такая плетущаяся роза, шикарнейшая роза. Еще один подвесной горшок. Ромашишки. Белая дифлодения. Пионы. Здесь горшечные цветочки, которые можно посадить, сделать совместную декорацию, смешанную посадку, можно просто отдельно. Вот датура, очень красивая датура, скабиоза, опять дифлодения, а вот это уже мои горшки. Здесь тоже Hängetopfe или подвесные горшки. Здесь вся моя декорация. Вот это лаванда. Это Борнхольм Маргариты. Посажена в корзинке. Здесь посажены такие декоративные леечки, ведерочки всякие. Всякие. И вот еще один подвесной горшок. На каждый вкус и каждый цвет. Алло! Очень красиво. Уже обеденный перерыв. Моя заведующая еще беседует с клиентами на улице, а я воспользуюсь моментом.